Чем подкормить герань или по-научному, по-правильному пеларгонию, вне зависимости от сортов? Обращайте внимание на состояние вашего растения. Если вы видите, что по краю листа есть вот такой ожог, это означает, что растению не хватает калия. И он срочно нуждается в подкормке калием. Подойдет хлористый калий, сульфат калия или монофосфат калия. Столовая ложка на 5 литров воды.